Интересный салат с минимальным количеством ингредиентов прекрасно может служить заменой обеда или ужина. Рыба и овощи – прекрасное сочетание. Заправляется салат оливковым маслом, что делает его еще и полезным. Чтобы салат смотрелся красивее, лучше использовать перепелиные яйца. Заправлять такой салат можно любым растительным маслом, а по желанию – и майонезом. 1. С тунца слейте жидкость, разомните вилкой и положите в салатник. 2. Фасоль отварите до готовности. Воду слейте и выложите в салатницу. 3. Яйца нарежьте дольками и тоже добавьте в салатницу, оставив несколько долек для украшения. 3. Яйца нарежьте дольками и тоже добавьте в салатницу, оставив несколько долек для украшения.